Поход в горы? Это вам не пикник на природе? Мы проведем день в дикой и опасной местности. Супер, полезем на тупую гору вместо того, чтобы поехать на рыбалку. Не хочешь, оставайся дома. Мир жесток и опасен. Они должны это понять. Вот и она, гора Катадин. Мы на нее полезем? Конечно. Вы уже совсем взрослые. Дон, не так быстро. Ты сам сказал, что мы взрослые, так что и без тебя справимся. Мы заберемся на вершину. Надо держаться вместе! Я не вижу тропу! Я здесь! Где Дон? Не знаю. Где твой брат? Там километры непроходимых лесов. Дон! Я так зациклился на его тренировках, что разучился быть ему отцом. Я молю Бога дать мне еще один шанс. Нам нужны волонтеры. Пришлите всех, кого сможете. Эй! Я здесь! Думаешь, наш сын погиб? Я всегда говорил ему, когда становится тяжело, борись. Твой брат очень-очень упрямый. Да! Ура!